Привет, друзья, меня зовут Хаунд, мы продолжаем проходить игрушку под названием Rage 2. Отправляемся с вами дальше лутать, убивать и что-нибудь другое делать. Нажимаем на карту и смотрим, что нам осталось. Нам осталось, значит, метеорит рядом упал, нифига себе. Я хотел найти тачку. Тачку я хотел найти и отвезти ее в этот город. Найти мы ее можем, кажется, вот здесь. Ну я же это место залутал, что за прикол? А, я не все уничтожил, прикинь! Написано вон справа, 4 из 6. Я главное смотрю, все залутал. Главную цель я не сделал. Ну-ка, где у меня машина? Как ее вызвать, я забыл. Сюда. Эти я не могу тачки вызывать. В смысле, невозможно вызвать сюда. О! Привет, поехали! Уокер. Да я жму, 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 не волнуйся. Сейчас приедем. А эти тачки можем гонять, нет? А, ладно. Да ладно, ладно, или что? Или угнать? Пофигу, пусть езжает. Все-таки это его машина. Он зарок. Все-таки это чувака машина. Но он на нее зарабатывал каким-то образом. Мне кажется, навряд ли он ее угнал. Ну, мало мне в это верится почему-то. Он не похож на человека, который... Желаю который может угонять удачи. Машины. Он просто не похож. Не выглядит так. Спокойный, мирный парень. Он, наверное, так же зарабатывал, как я. Может, нечестными путями, какими-то там драками. Еще что-нибудь. Но он заработал на нее, молодец. Таких мы людей уважаем и грабить не собираемся. Что за пещера? Тут кто-то живет? Или это просто... Или это просто пещера. Здесь можно найти полезные предметы и ресурсы. Есть вероятность, что кто-то из противников тоже заглянет полюбопытствовать. Пусть лучше добро достанется рейнджеру, чем бандитам. Цели нету, один контейнер есть. Все нам это может пригодиться. Нифига там QR-код был, прикинь. А если чекнуть, что он означает? Возможно, меня на этот перешлет. На официальный сайт этой игры. Ну, как главный вариант. Потому что куда меня еще может перекинуть? Зачем чувакам просто какие-то левые QR-коды делать? Может, конечно, спонсорские компании какие-нибудь у Bethesda есть. Которые вложили деньги ради рекламы. И вот они QR-кодами и решили рекламу им устроить. Все возможно. Рейнджер, скрэмблер почти готов. Выглядит отлично. Ну и что-то мне дает? Не хватает одной маленькой детали. Я послал на разведку Гуга. Гуга? Активируй. Помнишь ту дерганную коротышку? Нет. Короче, она пропала. Боюсь, вляпалась в неприятности. Как мне обычно. Мне нужна твоя помощь, рейнджер. Зайди ко мне в арсенал. Хорошо, зайду. Тачку найду и загляну, чувак. Тачку найду и загляну. Новая цель поговорит Маркова. Да я это только что понял. Не дурак же. Сейчас езжу по делам. Повыполняю еще пару заданий каких-нибудь. И отправимся мы сразу к маршалу. Блин, так далеко ехать, обалдеть. Сколько можно-то? И чё? О, беда. А я, по-моему, здесь ездил в первой серии. Последний раз. Вроде бы да. Или во второй даже. Судьба тебе улыбнулась, о чумазый пилот. О чумазый пилот. Это смешно. Так, где мы тут достали тачки? Или не тачки, а баллоны. Короче, еще мне надо еще разбить. Включен режим ожидания. Еще две штуки осталось. Эту тварь я помню. На! Есть. Беспилотник, шпион. Ну-ка, что у тебя внутри? Ну, читай. Начали рекогносцировка местности. Отчет. Растущее население Дредвуда потенциально представляет угрозу для секретных установок. Рекомендация. После выхода правительства из тени уничтожить поселение. Ценные биологические образцы собрать. Конец записи. Прикольно. Оказывается, с них какая-то ненужная бесполезная информация падает. Будем знать. Будем знать и игнорировать. Так, это все собирал, собирал, собирал. Баллоны должны где-то быть в них. Может тут? Да, вот они два.
мимо, надо было тут прорваться. Готово. Я прокачал кого? Бабу, по идее. Да, бабу. Она отвечает за эти, за канистры. Тачки, я так понимаю, тоже, да, никакой нету здесь. Ни мотоцикла, ни какой-нибудь другой старой рухляти. Беда. Хорошо, пойду тогда на своей красотке дальше. У меня есть чем заняться. Есть. Надо еще пол локации исследовать. Ну, в смысле, пол этого мира. Вот эту часть надо все охват поехать. Вот так вот. Системы активируются. Кто едет? Да-да! Сам шел. Куда? Прямо. Ух ты! Нифига себе, ты видел, он что делает? Почему у него нитро в разы сильнее, чем у меня? Опа, не упади, не упади, не упади. Не упади, братан. Не упади. Почти, почти полпути проехали. А стой, куда? Ага, ага. Я тебе дорогу заблочил, дурак. У тебя, видимо, в IQ не прописано то, что ты меня толкать можешь. Чего? Какого доктора Квартира? А я выиграл, нет? Я же его просто вытол... Я не специально его убил, ты сам видел. Желаю удачи. Болид ралли краша. Братан, ты сам все видел, я не хотел его убивать. Системы активируются. Я просто толкал его и не давал себя обогнать. Все. Я больше ничего не делал из запрещенного. Так что сорян. Я не виноват. Я поехал дальше, куда мне там надо было ехать. Вот так. Поехали. Надеюсь, меня никто не видел. И никто не докажет, что это сделал я. Это не я, это не я. Я не виноват. А если будешь что-то против меня базарить? У меня вон есть две красотки на капоте. Которые знают, как с тобой разобраться. Я вижу деревья летающие. Мне это не очень нравится. Ладно, поехали дальше, пока на нас не упали. Там опять дурочки дерутся между собой. Гранатами играются, еще чем-нибудь. Вон, опять перед нами еще будет. На! Твари. И дальше будут ведь играть. Им наплевать на то, что они умирают. На то, что их команду уничтожают. Они просто будут тупо дальше играть. Гиблое дело. Странное название для... Возвращайся скорее, Уокер. Для кладбища. Депад и контейнеры есть. Окей. Сейчас соберу тут мелочь и пойду. Поищу. Страшное место. Однако. Ну-ка собирай. Всякие взрывчатки. Скоростной боеприпас для гатлинга. Что это такое вообще? Ну, я заберу у вас контейнер, вы не против? И депад еще один. Мои дни сочтены. Пустоши были добры ко мне при жизни. Пусть здешний народ не оставит меня и в смерти похоронит мое тело. Но не во всех захоронениях смерть. У меня было немного эфилтрита, а эта штука ценная. Ни к чему ее продавать. В общем, он припрятан под старой покрышкой. Если найдете, используйте в благих целях. Под какой прикрышкой? Или покрышкой? Под какой крышкой, мужик? Мне это очень нужно. Ну-ка. Вон там, там одна покрышка стоит, это в ней. А ну-ка. А! Господи. Ну, наверное, про нее говорил. Я забрал все. Я поэтому сюда и приехал. Ее было очень сильно видно. Она же светится, эта штука. Эти изумрудики светятся, вот я и забрал ее. Поэтому делов-то. Мне интересно, что там за чуваки такие стреляются. Потому что они, смотри, чем стреляют. Какими-то лазерами. Нифига у них пушки. Я понял, кто это. Это же не рейдеры. Это...
пацаны, которые напали на нашу главную базу. Во. Это они. Без руки, монстры такие. Пи-пи-пи. Пульками стреляют лазерными. Вот так вот. Блин, я хочу прыгнуть. Куда бы прилетел? Наверное, вон туда, куда сейчас целюсь. В этот каньончик небольшой. Это что такое? Включен режим ожидания. Блин, чувак, тебе по кайфу жить? О. Вам тут по кайфу жить? Вот. Каждый день тут, наверное, пацаны летают. Блин, хорошо. Опа. Не забрал у тебя. Эх, черт. Ладно, у рейдера заберем. Как-нибудь машину заберем у рейдеров. Я знаю одно место, где машины 100% лежат. Потому что мы в прошлой серии проезжали там. И вот мы на месте. В прошлой серии нам проезжали. И я запомнил эти места. Да убери ты. Ты что, серьезно, нету локаций никаких? Я просто так сюда приехал, мне тло появилось. Здесь что у нас? Мастерская Алекса. Возвращайся скорее. Хорошо, сейчас вернусь, подожди. Тут никто не живет, что ли? Замечена разумная форма жизни. Спасибо. Это как комплимент для меня. Так, заряд для здоровья. Автозапчасти. А сколько стоит? 350. Ой, 375. Ну давай купим парочку. Все. Все, что тут есть, я все скуплю. О, тачка. Хорошо. Тогда на ней мы и поедем. Если что, назад. Хорошо. Надо запомнить это место. Мне звуки нравятся. Там дорожный барьер. В смысле, он не умирает? И все. Охренеть. Зря я пострелял, зря. Объект А, мужчина. А, мужчина говорит. Убей мутанта, убей мутанта, убей мутанта. Объект А повторяет это 48 раз. Ой, мужик теряет сознание от удара тупым предметом об голову. Причина травмы — брошенный кирпич. Происхождение неизвестно. По-любому кто-то отсюда сбросил кирпич в яму. Ой, не в яму, туда. И дал мужику по голове, чтобы тот не орал в следующий раз. Ну это смешно. Убей мутанта 48 раз. Ой, спасибо. Прокачать потом когда-нибудь. Точно не в этой серии. Точно не в этой. Мне не хватит. Вот таких сундучков. И у таких сундучков других. И автозапчастей мне не хватит, чтобы прокачиваться. Че, мне туда спускаться, нет? Эть. Ну блин, туда реально спускаться надо, а я не хочу. Это лифт. А вот на лифте можно спуститься, почему нет? Не, я имел в виду, если спускаться туда вот так вот, через всю карту, я отказываюсь. А если на лифте, то почему бы и нет? На лифте же достаточно легко. Открывайте, пожалуйста. Мне вниз. Блин, они меня ждут, наверное. Я их тоже буду ждать. Можно как-нибудь здесь посередине, пожалуйста? Почему меня так кидает? Блин! Как меня спалили-то, не понимаю. Я же вроде втихаря прошел. Как меня спалили? Да ты как ты? Охренел, что ли, так делать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, уйди. Обалдеть, там гранат у нее было. Так, следующий. Вон тут бронированный черт убил. Еще. Вижу. Не слышу никого. Все, что ли? Это вся защита моста? По-моему, очень легко было. Очень легко. Прямо очень легко. Прикольный шлагбаум. Базара ноль, это клевый шлагбаум. Мы лучше не видели. Ну или я лучше не видел, не знаю. Может, ты, конечно, играл эту игру.
и находил покруче шлагбаума, чем этот. Если находил, то скинь координаты места в комментарии. Можешь мне в ЛС написать с этим местом. Там мы с тобой поподробнее об этом поговорим. Новая клевая хрень. Да ну, не хочу читать много. Вот Enter работает, а буква А не работает. Открывать. А, все. Локация пройдена, хорошо. Бульдозер. Ха-ха-ха. А может бульдозер привезти? Точняк, может бульдозер привезти, серьезно? Так, это сигналить, о чем все работает, нет? Он просто пускает и поднимает, и все? Что за музыка-то заиграла? Вы что, ребят, какая музыка, вы гоните? Поехали в город. Хотя, конечно, хотелось бы мне доставить другую машину немного. Ну это, мне кажется, реже. Бульдозер реже. Но я запомнил, на самом деле, координаты этого места. Я сюда отправлюсь второй раз. И если что, мы вторую тачку заберем. Не волнуйся, друг, все будет хорошо. У нас будут обе машины. Обе крутые машины. Поднимай. Да побыстрее поедем. Но она тяжелая, мне не нравится тем, что она тяжелая, серьезно. Машина должна быть быстрая, а не тяжелая. Ну, я думаю, если мы ее прокачаем, получим к ней доступ, она будет в разы быстрее. Ха-ха-ха. Повезло вам, что я не успел опустить эту штуку. Очень повезло вам. Здравствуй. Давай ты выйдешь из машины, друг. Смысл не застрелять. Прикинь, нельзя стрелять по нему. Сейчас помогу тебе, братан, не волнуйся. Сейчас тебе помогу. О! О! Выезжай, друг. Молодец. Не благодари меня. Я помогаю своим друзьям. Он же мне друг. У него крутая машина, о которой я мечтаю. Почему бы ему не помочь? Может, сейчас я ему помогаю, а в следующий раз он мне поможет как-нибудь. Нужно верить в это. Нужно доверять людям. И тогда все будет у тебя лучше. Намного лучше в жизни будет. А если не в жизни, может, тебе эти люди придадут. Но ты понимаешь, что ты не крыса. А они крысы. А ты не крыса. Это надо понимать. Ну вот мы и приехали, собственно. Поворачивай. Опускай. Поднимай. Рядом цель задания. Поговорить с маршалом. Да мне это ничего не дает. Мне бы тачку. К себе. К себе взять в команду. Я не знаю, как это правильно сказать. Приехали. Машину опустить нельзя, что ли? Ну ладно. А как машину своей сделать? О! Доступен транспорт бульдозер. Посмотреть в гараже. Бульдозер, 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 бульдозер. О! Сюда вызвать невозможно. А, тюнинг. Как посмотреть тюнинг? А на него недоступно. Окей. Прикольно. Мне еще автозапчасти доступны. О, мы эту машину видели, слышь. А ну-ка. Она будет недоступна, нет? Эх, блин. Она, видимо, местная, поэтому и не разрешает мне ее использовать, да? А если я уеду из города и заново приеду? Попробуем. А ну-ка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подруга! Нифига себе резко! Мне это нравится! Даже несмотря на то, что я машину свою разбил, мне все равно нравится, она очень быстрая. О, как могу! Тупо 180 градусов. Тут, блин, нельзя запрыгнуть, прикинь. А я хотел разогнаться, прыгнуть там, ну, как в боевиках, как в Голливуде. А такого делать нельзя. Выходи. Нельзя и все брать машину. Желаю удачи. Да пошла ты. Если ты мне сказал, то... Нет, ты не пошла. Пошел тот, кто мне сдал это задание. Приведи сюда машины просто так. Просто привозишь машину, тебе... Ничего за них не дают, это что такое? Че поговорить? О чем поговорить хочешь? Ты мутов убивать хочешь? Нет.
Если да, то обратись к... Ясно, 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 пока. Мужики, подвидеть. Мне надо к шефу зайти. Где он? Шеф? Алло, шеф? А, вот ты где. Уокер, я внизу. Да я вижу. Чё хотел? В чем проблема? Кула пропала. Угу. А без ее данных наш проект... У тебя с глазами проблемы немного, мужик. Почему? Скрэмблер нужен, чтобы обойти охранные системы правительства. Угу. Но сперва его надо откалибровать под нынешнюю систему. Я послал Кулу за нужными данными, угу. Но связь с ней прервалась. Сейчас пойду я разбираться, да? Что мне пришло вот это сообщение. Марш, это Гула. Нашла старое логово правительства. Попробуй подключиться к их каналу через здешнюю линию. Узнаем, какая у них система безопасности. Ну вот какая беда, Марш. Ну? По холмам шарят саманы. Ищут технику и возможность пострелять. Я стараюсь не высовываться. Но? Вытащите лазурщицу! Тащите ее в гнездо белошеи! Марш! Хвалилась я! А что, она угорает или плачет? Смертные самые известные садисты пытают для развлечения. Нам нужны координаты логова правительства. И хорошо бы, чтобы моя лучшая шпионка выжила. Ну я понял, я схожу. Знаешь, никакие они не бессмертны. Дохнут, как полагается. Естественно, мы же главный герой. Постарайся вернуть мне эту пьянчушку. Сейчас вернусь. Дай мне буквально пару минут, я все сделаю. А, не пару минут. Выпуск уже скоро заканчивать надо будет. Я не хочу, чтобы он прошел как час. О, прошел час, как прошлый. Во. Вот так вот. Это потому, что был перебор. Я не думал, что у меня серия выйдет на час, прикинь. Я сам охренел, когда редачил ее. Чеку, нифига себе, серьезный час получился. А вырезать больше нечего. Все интересное я оставил. Я думаю, тебе понравилось. Так. Куда нам надо ехать? Это то самое место, по-моему, на которое я забил в прошлый раз, помнишь? Точняк! Это где я сдох еще. Там эти чуваки были читерские, которые телепортируются, не умирают. Это они. Это их логово, я ору. Просто ору. Обалдеть! Давай до метеорита, видим сначала. И вот мы на месте. А потом все остальное посмотрим. Аккуратно. Где метеорит упал? О, тачки новые, спасибо. Мотоцикл. Включен режим ожидания. Так, погоди. 90% это много еще. 90% это дофига. Так, убил. Где еще? А им помогай мне. Моток не убивает, дурак что ли? Кто, где? А им почему ты не видишь их? Не понимаю. Все, выходи. Желаю удачи. Нам все равно скоро этот. Ой, как что хотел сказать-то? Нам все равно домой на мотоке ехать, во. Поэтому тачку пофигу, не будем чинить ее. Блин, а это надолго получается. Сейчас тебя пролистаю быстренько. И последний. Вот так вот. Это точно последний был? Да. Не зря же мне засчитали это место. Все, давай. Опять деда изучил, да господи. Я почему-то деда качаю вообще непонятно как. Хоть я этого и не хочу, но сам прокачивается, сам по себе. А ну поменяй себе ствол. А че он направо? Погоди. На shift он... Ну на shift он едет, все нормально. Стреляет он моими патронами пистолетными. Окей. Поехали в город вот идем. А потом поедем спасать нашу девочку. Пьянчушку. Тихо. Почему на нем так тяжело управлять, не понимаю. Чуть что он поворачивает резко, обалдеть. Вообще неудобно. Вообще неудобно. Это буду повторять всю игру. Хорошо, что он не падает с мотоцикла. Ой, как хорошо это сделали.
Я еще и застрял, да? Ну, конечно. Я могу попробовать тачку видеть. Есть. Блин. Вот говнище, а. Да почему мне так не прет? Почему мне так не прет? Кто-нибудь объяснит. Почему мне так не прет? Поехали сюда. Это что такое? Мне сюда надо? Странно как-то. Игра немного глючит. Может, потому что я долго в паузе находился. И поэтому... все зависло. Много причин можно придумать. Это же теория. В ней может быть что угодно. Ну-ка, погоди. Погоди. А разве не в этом месте были мотоциклы? Конечно. Конечно здесь. Возвращайся. Не понял, а где мотоцикл-то? Почему я какой-то хлам хожу? А, вот. Хе-хе. Думали, я потерял его. Поставьте машину в торговый город. Ну, сейчас доставлю и получу доступ. Ужасное управление на мотоциклах. Ужасное. Обалдеть, все. Все в этом. Все в этой игре хорошо. Кроме управления на мотоцикле. Ну серьезно, все же хорошо в этой игре. Что за управление ужасное? Чуть нажму право, все. У тебя разворот начинается. На 180 градусов. Тихо. Не перевернись на ней. Есть! Открыл. Есть. Так, можете, пожалуйста, другую мне тачку внести? Там, потому что их миллион было. Сейчас я вам все привезу. Только я не помню, куда ехать надо. По этой же надо было ехать-то. По фиолетовой штуке. О, пацаны гоняют, красавцы. Уважаем мы гонщиков. Уважаем. Вот он город. Опа. Да тихо ты, тормози, ты чё? Класс. Какую же выбрать из них? У меня их тут 4. Я понимаю, что они все одинаковые. Я это понимаю. Но, блин. Ладно, я выбрал наугад. Наугад, серьезно, я просто в голове подумал, какую цифру я люблю. И в итоге выбрал ту, которую я не люблю, выбрал цифру 3. Не знаю почему. Я к ней отношусь нейтрально. Я даже никогда не задумывался о том, какую цифру я ненавижу. Обалдеть, это ж надо до такого доиграться, чтобы сидеть и думать, а какую цифру ты не любишь, чувак. Их ведь не так много всего. Выходи. Есть. Еще одна в коллекциях. Отлично, погнали. Теперь, я думаю, можно отправиться на квест. Либо. Я когда ехал сюда на мотоцикле, обнаружил одну особу. Вот она. У нас ведь нету как таковой, да, тачки? Желаю удачи. Это вроде та, которая мне нравится, слышь. Да, это она. Блин, она смотри, как крутая. Вот эти фары задние. Класс, конечно. Тупо комар какой-нибудь. Или что-то из этого. Опа. Приехали. Выходи. Ну, вылазь. О, бурвестник. Спасибо. У меня уже 4 машины, понимаешь? За один только выпуск. Обалдеть. Вот это молодец. Я почему говорю 4? Потому что меня это украли. Так, где у нас транспорт? Ее, наверное, позовем, да? Вызвать. Почему нет? Она вкачанная просто. Поэтому мне как-то лучше вызвать ее, чем что-то другое. Так, мне надо сюда ехать. И вот, наверное, я туда приеду. И мы закончим выпуск. Потому что я ничего не успеваю делать. Ничего. Из-за того, что я машину вожу, и тупо реально не успеваю ничего делать. Ни квесты не пройти, ни... Блин, как бабищу звали? Мне что-то похоже на Гуга было. Гуга. Блин. А, Гула, во! Точно. Ее же Гула звали. Как можно забыть такое имя? Гуга же я запомнил. Значит, ты Гула должен запомнить. Легко. Вот бы все имена были такими.
на ГУ начинаются и еще две буквы после этого. Все было бы легко и просто. Очень легко и очень просто. Впереди гнездо Пилашеев. Хорошо. У Гула при себе должно быть устройство Локус и сносит все торговцы информацией. Попробую засечь сигнал на этой частоте. Удобная штука. Наверное. Нет, почему сюда-то еду? Я же помню, что надо с этой стороны заходить. С левой. Через вот эту хрень всю. Ладно. Тут я торможу, тут я сохраняюсь, и тут я выхожу. Включен режим ожидания. Если не забуду, то я вот эту тачку, на которую сейчас целюсь, тоже заберу. Блин, такой мотоцикл себе хочу. Ее можно забрать, обалдеть! Нифига себе мотик! А может его забрать? Слышь, может забрать его? Я даже не знаю. Ладно, если я буду забирать, то я это сделаю без вас, наверное. Или с вами, но в следующей серии уже. Я сейчас тут сохранюсь. И все, и выйду из игры. Под чем-нибудь другим займусь. Может, я ускорю отредачу, может, другую игрушку сниму. Не знаю. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Всем пока.